сколько можно нянчиться с такими людьми? А мы ведь нянчимся, носим их на руках. Но, правда, у каждого человека есть такой период в жизни, когда с ним надо нянчиться, когда его надо носить на руках. Это самый ранний период в человеческой жизни. Но мы вот часто не обращаем внимания, кому мы доверяем носить их на руках. Я не знаю, как у вас, а у нас в Ленинграде нянька – это проблема, а детские ясли – это большая проблема. Хотите в этом убедиться? Пожалуйста.
what's stuck in my mind. If only we knew how to let go of what's been many parts.